Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы научим, как отличить оригинальный модуль от копии и что такое замена стекла. Первый экран – это стопроцентный оригинал с оляфобным покрытием. Второй экран – это копия, приближенная к оригиналу, тоже с оляфобным покрытием. Третий экран – это копия без оляфобного покрытия. И четвертый – это экран с замененным стеклом с оляфобным покрытием. Все четыре экрана с лицевой стороны не отличаются друг от друга, но мы вас научим, как отличить оригинал от копии. Этим методом можно определять оригинальные или неоригинальные, как iPhone 7, 6, 5, также iPad и iPod. То есть вся продукция Apple можно определить данным способом. Чтобы показать данный способ, берем экран оригинальный и копию. Необходимо посмотреть на внутреннюю сторону. И если у глазка фронтальной камеры на стекле нет ободка, то это копия, как представлено здесь. На оригинале же есть ободок, похожий на бензиновое пятно, как представлено здесь. По остальным внешним признакам оригинал от копии отличить затруднительно. Даже профессионал не может отличить один экран от другого, так как все маркировки, что на оригинале, что на копии, идентичны. На данный момент могу вас заверить, что ни на одной копии нет такого ободка, как на оригинале. То есть это главный способ, как отличить оригинал от копии. Теперь мы вам покажем, что такое оляфобное покрытие. Что даже на копии есть оляфобное покрытие, точно такое же, как и на оригинале. Берем оригинальный экран и маркер на водной основе. Проводим по экрану. Маркер скатывается. Это и называется оляфобное покрытие. Берем копию под оригинал. Маркер также скатывается. Берем более дешевую копию. Проводим маркером. Маркер не скатывается. На данном модуле нет оляфобного покрытия. Берем экран с замененным стеклом. Маркер тоже скатывается. Из этого делаем вывод, что если на экране есть оляфобное покрытие, это еще не признак того, что экран оригинальный. Теперь подключим все четыре экрана к аппарату и посмотрим, как они показывают. Подключаем оригинальный модуль. Наша камера, на которую мы делаем данную видеозапись, не может отобразить всю четкость картинки. Но изображение, выводимое на экран аппарата, отличное. Теперь берем копию под оригинал. Это самая качественная копия. Изображение тоже отличное. Отсоединяем модуль. Теперь берем самую дешевую копию, которая даже без оляфобного покрытия. Берем. И подключаем. Вы можете убедиться, даже на самой дешевой копии отличное изображение. Отсоединяем модуль. Теперь берем модуль, на котором было заменено стекло. И подключаем его. Вы можете убедиться, тоже отличное изображение. Теперь подведем итог. Если вам нужно качество, выбирайте оригинальный экран. Но если вы хотите немного сэкономить, но не сильно потеряв качество, выбирайте экран копия с оляфобным покрытием. Остальные варианты наш сервисный центр не рекомендует, но по вашему желанию можем осуществить. Почему же мы не рекомендуем менять стекло на битом модуле? А ответ здесь прост. Все экраны заводского производства имеют более длительный срок службы, чем экраны с замененным стеклом. Даже самая дешевая копия более долговечно и более качественно, чем экран, на котором было заменено стекло. И, как правило, копия стоит дешевле, чем заменить стекло.
На данном видео мы вам показали, как отличить оригинальный модуль от копии, а также дали рекомендации сервис-центров. Но выбор всегда остается за вами. Выбирайте.